Самые яркие события и новости Орска прошлых лет смотрите далее. Март, апрель, май и новое светлое будущее уже в качестве студента. А чтобы тебе в это качество перейти достойно, тебе как минимум 70 баллов по каждому предмету, выбранному тобой, единого государственного экзамена надо набрать. Напоминаю, обязательные предметы, которые ты сдаешь для получения аттестата, это русский язык и математика. Остальные предметы по выбору или необходимости для поступления в тот или иной вуз. В каких предметах нуждается твое высшее заведение, уже с 1 февраля стало известно. Ты выбираешь учебное заведение, заходишь на сайт и вуаля, вся информация для абитуриента. Самостоятельная подготовка особо важна. Демо-версии ЕГЭ по различным предметам любого года, 15 вариантов к твоему распоряжению. Готовы ли учащиеся к единому государственному экзамену по обязательным предметам? Я считаю, что подготовка к выпускным экзаменам, вообще к сдаче экзаменов по математике, как ЕГЭ, как вступительные, он проходит на протяжении всего школьного курса обучения. И подготовка уже начинается прямо, ну, буквально с 5 класса. Поэтому сейчас что можно сказать? Нужно только планомерно, систематически, кропотливо нарешивать. Натаскать, я считаю, на сдачу экзамена нельзя, потому как при сдаче государственного экзамена дети должны показать энциклопедические знания по тем предметам, которые они сдают. Каким образом проходит подготовка по другим предметам? Очень кропотливо работает. Например, если вот говорить обо мне и о моих коллегах, у нас ведутся папки, где собираются работы, которые сдают учащиеся тренировочные, диагностические, где отслеживается успешность выполнения каких-либо заданий или наоборот неуспех. И затем проводится уже такая индивидуальная работа, где каждый ребенок уже кропотливо выбирает вот эти вот задания, разбираем ошибки и стараемся эти белые пятна, если они каким-то образом образовались, эти пятна убрать. Возложить все на хрупкие плечи педагогов, конечно, можно, но это эгоистично и безответственно. Сам о себе не позаботишься, ну никто о тебе не позаботится. Вот уже через 2 месяца предстоит сдавать экзамен по математике. Честно говоря, очень волнительно. И сейчас понимаешь, что нужно очень качественно подготовиться, чтобы сдать хорошо экзамен. На 100% готовым к экзамену, да и вообще к любому делу, никогда, наверное, нельзя быть. Но я считаю, я вот уверен в своих силах, я считаю, что я сдам, ну, на хороший балл. Репетиторы, интернет, огромное количество книг и литературы. Но учись же не хочу. Можно методами систематизированных занятий в научно-методическом центре. В рацион помимо книжек можно добавить грецкие орехи и шоколад. Твоя готовность к трудностям, будь то выпускные или вступительные экзамены, полностью зависит от тебя. Твое будущее вообще во многом зависит от тебя. Я же говорил косинус. Катерина, дежурная по рубрике.